Бежание человеческих жертв. Сегодня же поменяю себе фамилию. Могу и тебе поменять на Пикассо, например. Будешь лучше продаваться. Нет, Пикассо нет. А что, румын, что ли? Нет. Тут, Ленка, надо что-то такое эдакое. Паспорт дай мне. Но. Спасибо, Ленка. Игорь, есть шанс искупить твою вину и войти в аналы истории. Меня и так во всех аналах знают. Короче, что надо? Значит так, вкратце лишь. Нужно выдать себя за художника. Легко. И предложить Архипову купить оригинал картины «Концерт». И заодно насуну ему свою картину. Автопортрет. Красный квадрант. Во, видали? Я почему это автопортрет? Потому что я его сам нарисовал, без принтера. А почему желтый квадрат называется красным? Чем сложнее и непонятнее название, тем дороже оно продается. Ой, смотри-ка, пес узнал, где сделал на картине. Сука, блин. Вот именно. Сначала купите, а потом борсайтесь. Значит так, слушай внимательно. Ты звонишь Архипову. Так. И говоришь, что написал копию картины «Концерт». Так. Так как Фуксиса убили, оригинал картины остался у тебя. Ага. Понимаешь? Надо приехать забрать подлинник. Да, все понятно. Я и так, я готов. Давайте звонить. Самое главное, Игорь, ты должен настаивать на личной встрече. Да все нормально. Давай. Сейчас увидите.